завалялся. Проектор, что ли? Пакет из-под сумки. Хапс. Живописно, да? Елки, вылезаешь, такие елки стоят вдоль. А потом домики не очень живописные. Домики, да. Совсем не живописные. Вот тут этой братве, которая по заброшкам лазит. О, да, они тут вот увидели бы все это, у них слюной бы зашли. Хоть улазись. Так вот зимой, да, когда потоки есть? Я не могу себя перевести по заброшке, залезть вот на них. Но у меня ощущение, что это все-таки мародерство. Как какое-то мародерство, да, такое. Вот даже, казалось бы, вот... Вот эта вот церковь, да, вот которую мы вчера нашли, да, я просто переступила внутрь фундамента. Ну, не смогла, вышла обратно. Да. Я не знаю, ну, казалось бы, что там за фундамент. Не смогла. А ты понимаешь, что уже дом все, он рухнет там через 10 лет. Да, я вчера перекрестился и тут же поднял денежку. О, как. Ну это 100%, что там стояла церковь. Небольшая. Нет, стоял что-то, да. Вот в этих елях стояла вот мячетка, и фундамент его там хорошо там и центр видно. Был видно, вот я гибко лазил. Да, я там же трешку подняла. Тут здесь чайки, блин. Да это не чайки. Водоемы здесь уже есть. Где-то чайки были. Не знаю. Вообще сорока. Сороки так не летают, сороки летают, как попугай. А вот это вот большая деревня, да, называется там много? А, вот же водоем. Ну да. Как это называется? Большой там что-то как-то. Не вижу. А дальше там? Кожина. Малая кожина, это ну, малая вот кожина, нет, а потом далеко. Большой, да. Ха-ха, эстакада ремонт. Ты всегда нравился, как эти делают. Каналом, чтобы машины чинили. Ну, пусто. Ну, уж да, с Нёмовой. Не, ну нифига себе, у меня рука устает. Новое слово, ёптвей. Да с Нёмовой. Нормально. Ну, хочешь не да с Нёмовой. Как вчера, карма плюс 20. Минус. А минус 20. Друзья, рад приветствовать. День третий. Смотрите, какие виды за моей спиной. На горе стоим. Ребята уже пошли, смотрите. Вот здесь крест стоит. И понятно, что здесь была старая церковь. А где-то недалеко здесь была деревня. Деревня? В советское время уже не было на советских картах. То есть это точно, абсолютно. Вот. Попробуем ее отыскать. Понятно, что здесь на церкви рыться не будем. Напилили почему-то здесь деревья были, вон, пнить здоровый. Все поспиливали, бревна побросали. То ли дрова отсюда вывозят, потому что накат прям вот он идет сюда. То ли что-то делать собираются. Ну хотя навряд ли, тут глушь такая. Ничего нет вокруг. Красота обалденная. Озеро внизу. А, и он там в деревне, походу, таковище, что ли. Потому что курлыканье уж до боли знакомое доносится. Посмотрим. Поснимаем. Так, забрались в елочки. Первый сигнал. Ранний. Сейчас солнышко найду. Ой, ранний. Поздний пятачок. 79-го года. Ну, ладненько. Красотень. Что-то мы спустились с урочища и понесло нас по старой дороге. Нашли мы старую дорогу в лесу. Ребята вон там, на ней, на самой. А я что-то в пролесочек залез. Копейка николаевского формата. Ну, грязная, мыть нечем. Там мы ее посмотрим.
Полазим тут. Выбрались с дороги. Там дальше болото, не пройти. Идем обратно на горочку. Димкет. Крестик. Выскочил. Жалко, сломанный. Вот такой вот. Вот так. Тут какая-то низина. Что тут было? Непонятно. Переместиться бы ненадолго в те времена, да посмотреть, какая движуха была. Но пока не умеем. Итак, переехали с того. Ничего больше там не нашли. Здесь тоже стояли раньше деревни, а вот там, как говорил пастух, кузница. Ребят, просьба такая, кто с окашками ходит, как сделать на приборах так, на вот на 40 в частности, чтобы он что не делал, чтобы он на камне, на горячие камни, чтобы он не звенел. Подскажите. 77 стабильно бьет. Бьет 77, говорят. И ничего не получается с ним сделать. Подскажите, люди добрые, кто с окашками ходит. Сигнальчик, что она какая-то вся в окислах. 29-й год, копейка. Хорошо, хорошо. И вон там еще была деревня. Где-то там в полутора километрах. Ну, движемся вот туда, по направлению к еще одной поселухе. Екатерина Великая вышла на свет. Чернозем здесь конкретный. Здесь коров пасут. Гуляем. Захотели крест. Выпала вот такая штука. Конин, походу. Интересно. Такие фиговины вылетают. Интересные, забавные. О, прикольно. Прыгай. Ты. Ты на обе. Прыгай же. Чё застрял-то? Спугни её. Вот такое колечко выпрыгнуло. Перстенек. Перстенек. Без камушка. Ну, целое. Ну, целое. Ладно, вот туда надо сейчас ходить. Вот туда. Вот туда. А. Да. Вот как-то так мы сегодня и копаемся. Так, дорогие друзья, по техническим причинам выехали из Белозерска в Ярославль, поэтому продолжать копать мы будем там, в таком же составе. Вчера находки не стали показывать, потому что, ну, особо показывать-то и нечего, если честно. В Белозерске оказались скорее, наверное, неподготовленные, карт нет. Достаточно сложно найти места. Хотя мест много. И непонятно, выбито нет. Мусора много, монет нет. Сапутки нет вообще. Вообще нет. За три дня полтора крестика. Вот. Так что сейчас в таком же составе будем ковырять Ярославль. Но попытку с Белозерском мы продолжим далее. Потом, позже. Просто так получается в этот раз. Ладно, до встречи.